Дорогие мои друзья, товарищи, сотоварищи и прочие, тогда вот я решил из машины не ухожу, хотел снимать, обещал вам снимать вот это самое общежитие, когда я был в ТО учился, очень много там лет назад. Так, это общежитие, в котором я жил, это было очень давно, уточнять точно не буду, вот с другой стороны. Вот заснял просто 2 года. Здесь вот на первом этаже машина стоит, да? Была столовая вон там, вот здесь вот. Здесь. Вот. Он там приехал в деревне и жил в общежитии. Вот даже помню эпизод. Вот между этим домом жилым и общежитием. Стрел на толпу шпаны нарвался. Ну, как говорится, быстрее. Сделал ноги, чтобы она была и сейчас, и раньше было до хрена всякой, чтобы шаботы, высоты. Вот. Такие вот дела. Вот сейчас просто вспомнил, кажется, хотел вспомнить, вот сам перепишу для себя, и хотел просто показать вам, как ваш покорный слуга, где чего, как и почему. Тоже здесь играл, на баяне приходилось мне играть. Люди бы жили здесь с ребятами со всех районов Нижегородской области. Вот. Поселок Растяпино. Нижегородской области. От Нижнего Новгорода примерно 40 км. Чуть меньше, чуть больше. Вот такие вот дела. Вот этими трупами ходил как-то все. Все интересно. Решил вспомнить и вам показать. Вот такие дела. Все в детство, все в память осталось. Вот наконец как прошел на краю города находится. Решил заснять. Сейчас как много раз езжу. Не так часто приходится бывать. Приезжать мимо. Ну, решил. Это дело. Все. Заснять. Всего вам доброго. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания.